Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас не скучно. Места четкие. Одно из моих любимых оффроудных мест. Все, кто не смотрел, можно забить не скучно, а посмотреть очень много. Есть фильмов отсюда, роликов, чего угодно. В общем, ох, красота какая. Вода, наверное, высокая. Короче, сейчас будет оффроуд самого-самого высшего уровня, я надеюсь. Не знаю, кто там сегодня есть. Я немножко опоздал. Еду на бэхе семерки. Витя не готов. Жеке набрал, он тоже не готов. Ну, машина, в смысле, говорит. Ну и работа у одного, у второго. Ну, неважно, что тут на бэхе. Полчаса, и мы в первозданной природе. Посмотрите, какая красота тут. Кто не был, кто не смотрел наши фильмы отсюда ни разу, ну, тем понравится. Подписывайтесь на канал. Каждый год, когда зима, хочется быстрее весны, лета, чтобы поехать сюда отдохнуть во всех смыслах. Да, тут просто какое-то уникальное заповедное место. Никем не тронуто, не застроено, достаточно чисто. Иногда, конечно, животинки мусор могут там выбросить, но тут это скорее исключение, чем правило. Так, наши рубятся вот где-то вот так прямо. Мы туда на бэхе семерки не доедем, и там я даже пешком, я вам скажу, ну, в забродах только можно их было бы настигнуть, но без забродов, просто в резиновых сапогах я их не догоню. Сейчас мы объедем это все по, ну, я надеюсь, бэха доедет там, я не знаю, как там с почвой, с количеством воды. Я надеюсь, подсохло уже. Все, тут разливы такие. Ну да, вода высокая, я вам скажу, наверное. Сегодня особенно весело. Особенно весело, особенно весело. Блин, как красиво. Нет слов просто. Сейчас мы тут справа есть объезды. Будем объезжать. Повернули на объезды. Тут тоже бывают засады. Я так, елки, не туда повернул. Сейчас будем искать. Как-то все поднялась вода, наверное, так сильно. Посмотрите, тут не было таких. Что-то я не узнаю. Ну, дорога выведет, там все накатано за долгие годы. Пока комфортно. Сейчас дальше будет оффроуд, включу, покажу, если будет. Как-то я тут вел Opel Insignia Vitin. Не помню уже, кто за рулем был. Даша, кажется, была, да, за рулем. И мы тут, ну, я на внедорожнике был, а она, я ей просто маршрут показывал, где можно объехать, чтобы не встрять. Ну, там нормально она рубилась тогда. Ёханы бабай, опять не туда. Что ж такое? Зато мест каких хороших столько показал вам. Блин, как я люблю эту красоту. Это сейчас через пару недель все зеленое тут будет. Ух, елки. Что-то мы там шиндарахнули. Пойду посмотрю, не поддоном ли. Потому что поддон... Поддон... алюминиевый. Не, поддон целый, слава богу. Что-то тут бывают камни лежат, какие-то там остатки непонятно чего. Потому что просто разбить поддон — то ерунда, а разбить поддон и прокатиться — это дорого. Так, мотор есть запасной, родной отсюда, ну. Ёлки-палки, я тут никогда и не был, слышите?
Куда-то я, короче, на нормальное место попал. Ну все, тупик. Елки-палки, что-то я много раз ездил, но, наверное, рано просто повернул. Ну, будем знать, есть тут места отдохнуть, когда везде все занято. Тут, я думаю, можно найти будет оно так в стороне, незаметно. Так, ладно, летим, летим, летим дальше. Так, друзья, рано повернул. Рано-то рано. Дальше там оффроуд, который штурмовали УАЗом на БТРовских и Унимогом пару лет назад. Выкопали тут нормальную яму, но мы ее уже привели в нормальное состояние. Так, вон такая канава была просто. Ну, канава такая глубокая, вертикальная. Просто я еще думал, что происходит, а потом, когда увидел мусор там выброшенный, строительный, понял, что это сделали для тех животинок, которые это делают, чтобы они не возили, не выбрасывали, не могли проехать. Нам надо было, да. Так, ну вот тут маршрут точно правильный. Уже это я дорогу знаю 100%. Сейчас мы... Ну вот уже люди отдыхают, рыбку ловят. Такое озеро наше любимое, красивое. Сейчас оно без травки, чистое. Вода высоко как поднялась, где-то, наверное, приблизительно. И вот тут тоже озеро, это просто все заросшее обычно. Вода поднялась приблизительно, может, до метра, ну не метр, но около того. Тут было пару таких мест сложных. Я надеюсь, что я проеду сейчас. Такой засухи не было, и дождей тоже не было сильных никаких. Вот видите, здесь чуть-чуть был оффроуд, видно следы оффроуда, и уже подсохло. Сейчас покажем вам оффроуд в любом случае. Не на бэхе, так без бэхи. Блин, длинная колесная база. Я спешу и достаю порогами, днищем. Еще у меня машина. Ох, елки. Чуть ниже, чем обычно. Так. Едем, едем, едем. Ну, нормально тут все. Где были места с водичкой, все тут сухо. Ой, тут озеро. Как-то или чистили. Нет, наверное, природа почистила за зиму все. По максимуму. Трава ушла. Вот наше одно из наших мест. Любим мы тут отдохнуть. Вот дуб, по которому я лез, есть видео. Там и в ТикТоке, в Ютубе, наверное, не помню. Короче, веселый там ролик. Упал с дуба называется. Так, о! Ё-моё! Едем, 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 объезжаем. Сейчас расскажу вам, пока едем, расскажу историю из своего оффроудного прошлого, далекого. Было, ну, зеленая мечта, вы знаете про нее. Была еще зеленая мечта 2, Бэха пятерка, Е34, моя любимая BMW. Я бы, вы знаете, двойник на нее, кстати, есть. Кто-то там звонил как-то. Да поможить. Братухи, ну вы вообще обнаглели. Ну, неважно. Короче... Ну и что тогда, что такое оффроуд, я просто не знал. Это было давно, 15 лет назад, и больше, и меньше. В общем, на 34-ке мы вот ездили, как мы сейчас ездим там где-то на внедорожнике, на природу, куда-то в какие-то чигири. То же самое мы делали на 34-ке, она была у меня в таком боевом состоянии. Не, в лучшем состоянии, кстати, чем эта машина, значительно.
Она просто лучше сама по себе. Плюс лучше, короче. Такой объезд, там по прямой вообще давно мы проехали, но не уверен, что проехали. И как-то я взял друзей, мы поехали в Переяслав. Там тоже есть хорошие места в заливе Переяславском. Мы раньше туда ездили. Ну, там у кума дача. Короче, ну, про дачу мы еще тогда не знали, ездили просто на природу. И когда я показал, куда я могу на ней заехать, люди были в шоке. Да, вот все, мы уже объехали. Ну, в шоке это мягко сказано. Они потом не могли поверить вообще, куда я заезжал на ней. Ну, действительно, машина была четкая, там и клиренс был нормальный, шины были дорожные, но большие достаточно. Так, ну что, все тут уже почти мы, видите, объехали вот этот кусочек, он белый. Белая машинка с той стороны, вот просто не знаю, там бывает сложно. Я решил объехать просто, чтобы не экспериментировать. Вот озеро, класс вообще. Так, только я потерялся сейчас, надо в обратном направлении поехать. Вот наша дорога к лагерю. Вон и вдалеке уже вижу людей. Вот и оффроуд. Тут, кстати, есть видео, где Рено Кенга выдергивает Гранд Чероки. И сам момент выдергивания не сняли. Кто-то не включил камеру, а я не проконтролировал. Как классно. Вот и лагерь показался на горизонте. Не ожидали они меня тут на БХ семерке, наверное, увидеть. А может, и ожидали. Сейчас. Какие-то люди, еда. Вот так я правильно приехал, блин. Вот так я правильно приехал. Привет, с днем рождения. Есть. А он без грязи. Это ты объезжал все, да, по песочку, Андрюха? Так, вижу Макса, вижу патрол красивый с 3UZ. Короче, все на подходе. Ну вот какая интересная машина, красивая. С алюминиевым кузовом практически. Лучше, чем А8, наверное. Так, вот серьезный аппарат. Сегодня все заряжены. А я думал, ты тоже по маршруту едешь, Андрюха. А ты объехал, да? Маршрут. Мимо? Так а что ты не испачкался? Что-то на Гранд Чероки. Андрюха, встречка, осторожно! Ёлки, сломает, чувствую, машину новую. Со старыми дырками. Хочет сломать машину. Красиво стал. Когда, спасибо. Когда можно чистый чувак? Класс.